Электролобзик – важный инструмент не только для профессиональных столяров и плотников. На сайте AliExpress представлен большой ассортимент электролобзиков. Канал Суперблок собрал в этом видео лучшие модели электрических лобзиков с AliExpress. Проводной электрический лобзик Hichika 100C обладает достаточно высокой мощностью 800 Вт, чтобы прорезать не только древесину, но и металлические пластины. Для разных материалов предусмотрена шестиступенчатая регулировка скорости. Корпус изготовлен из прочного пластика со скобовидной, удобной для обхвата ладонью ручкой. Скорость хода 2700 оборотов в минуту. Максимальная глубина среза по дереву 11 см, по металлу 10 мм. Благодаря специальной конструкции лезвия меняются быстро без разбора инструмента. Место среза подсвечивается лазерным маркером, что облегчает работу. В комплекте идут сменные лезвия и чехол для хранения инструмента. Беспроводной электролобзик Drill Pro DC301 работает от литиевой аккумуляторной батареи Makita 18 Вольт. Инструмент подходит для распила дерева толщиной до 65 мм, пластика и алюминия до 2 мм. Максимальная скорость холостого хода до 2900 оборотов в минуту. Угол резки регулируется в четырех положениях. Корпус выполнен из плотного ABS-пластика с эргономичной прорезиненной ручкой, на которой находится кнопка включения. Спереди лобзик прикрывается прозрачным чехлом для защиты рук мастера. Подошва поворачивается под углом на 45 градусов в обе стороны. Пилки в комплектацию не входят. Их следует приобретать отдельно. Беспроводной лобзик Prostorma 1019E поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей емкостью 2 ампер-часа и набором из 6 пилок. Инструмент применяется для распиливания древесины до 65 мм толщиной, пластика до 12 мм и стали до 10 мм. Корпус из синего пластика с прорезиненными черными вставками имеет эргономичную форму со скобовидной рукоятью. Место работы подсвечивается встроенным светодиодным фонарем. Также в корпус встроен пылесборник. Скорость холостого хода до 2700 движений в минуту регулируется плавной кнопкой переключения на ручке. В устройстве предусмотрена быстрая замена лезвий при помощи выдвижного патрона. Беспроводной лобзик Waifada Cordless с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора типа Makita 18 Вольт. Покупатель может выбрать вариант комплектации с одной, двумя аккумуляторными батареями и блоком питания или без них. Максимальная толщина дерева для распила – 55 мм. Скорость холостого хода регулируется пятиступенчатым колесом до 3000 оборотов в минуту для разных материалов. Помимо дерева распиливать можно ДСП, фанеру, пластик, алюминий и мягкие виды стали. Зона обработки подсвечивается светодиодным фонарем. В задней части корпуса есть адаптер для подключения пылесоса. Проводной электролобзик ABEN 3602 мощностью 600 Вт применяется для пропила древесины на глубину до 85 мм. Также инструмент используется для распиливания пластиковых изделий, металлических пластин, алюминия. Скорость регулируется в 6 режимах от 500 до 2800 хода в минуту. Пильные полотна меняются без дополнительных приспособлений при помощи кнопки на передней части корпуса. Сзади предусмотрен адаптер для подсоединения пылесоса, чтобы собирать пыль и стружку автоматически. Инструмент приходит покупателям, упакованный в пластиковый кейс, удобный для хранения. В комплекте идет по 5 запасных лезвий для металла и древесины. На этом все. Все ссылки на товары находятся в описании к этому видео.